Добрый день, дорогие друзья! Рада вас снова видеть на нашем канале агентства недвижимости в солнечной Испании Alix Home Invest. Мы сегодня с вами решили посетить наш уже любимейший, один из любимейших городов Бенедорм и посмотреть здесь очень интересное предложение, именно квартира двухкомнатная с двумя спальнями. И вот от этой красоты всего в 10 минутах ходьбы, и сразу забегу вперед, квартира у нас имеет очень интересные и красивые виды. Но прежде чем мы приступим к нашему просмотру, еще раз хочу напомнить, чтобы вы не забывали, что мы вас можем проконсультировать и помочь вам не только в покупке недвижимости, но и в ее продаже, если таковая у вас имеется в Испании. Также всегда поможем вам сделать НИЕ, открыть счет в банке. Если вдруг захотите ипотеку именно в испанском банке, тоже вас проконсультируем, подскажем, как это можно сделать. И, конечно же, не забывайте, что мы еще и помогаем с ВНЖ разного типа и с туристическими визами в Испании. Поэтому звоните, обращайтесь, мы всегда вам поможем. Ну и давайте начнем. Мы с вами зашли в подъезд и сразу отмечу, что у нас 4 лифта и квартира находится на 31 этаже, но этот лифт именно, у нас лифты все скоростные, поэтому за 25 секунд мы с вами это почитали, мы сможем подняться на наш 31 этаж. Ну а начать сегодняшний обзор квартиры мы решили с самого вкусного, самого сочного. Это с видов, которые у нас открываются вот с этого замечательного небольшого балкончика. Давайте сначала по поводу видов. Конечно, помимо, я надеюсь, из-за столба вам видно, это у нас вид полностью на море, конечно же, на наш Бенедорм. У нас прям хорошую погоду, именно сейчас, сегодня, у нас прям видно Аликанте, даже Гран-Алакант немного, то есть виды у нас просто, конечно, сказка. И помимо этого, конечно, вид на вот это здание знаменитое, буквы М. И помимо этого, помимо видов на море, у нас, конечно, любители гор оценят, виды на горы прям открываются, у нас горы везде, и, конечно, очень много зелени. Еще большой плюс, что вот эта зона, она зеленая, есть много дорожек, особенно если у вас есть собака, вы можете с ней здесь спокойно гулять. И что мне еще нравится, что сделали, именно построили дополнительные дорожки, можете обратить внимание, которые идут к морю, они новые, поэтому до моря вы можете всего за 10 минут пешочком дойти прямо до первой линии. Ну и давайте, наверное, начнем обзор с самой квартиры и зайдем из балкона, пройдем именно в гостиную. Квартира сама имеет 76 квадратных метров, на самом деле именно визуально смотрится намного больше, потому что, думаю, благодаря ее планировке. В этой части у нас расположилась гостиная, за вот этой стенкой у нас кухня, а сами комнаты с двумя ваннами расположились вот в той части. Их мы посмотрим чуть позже, по поводу сразу прокомментирую ремонта. Везде в квартире стены гладкие, современные, также у нас во всех комнатах и в гостиной есть свой кондиционер, на полу лежит плитка, окна это испанские алюминиевые с двойным стеклопакетом, а потолки у нас высотой 2,80, довольно высокие. Ну а сейчас я предлагаю пройти дальше к нашему, можно сказать, главному входу и именно здесь посмотреть кухню. Кухня сделана Г-образной формы, в этой части у нас расположилась галерея, она закрытого типа, в принципе, проветриваемая и имеет несколько шкафчиков для хранения еды. И также здесь расположился электрический бойлер со стиральной машинкой. Ну а что касается самого гарнитура, в отличном состоянии, не новый, но я думаю, даже заменять не нужно будет. Есть посудомоечная машинка небольшая, очень удобная. И, конечно, вся необходимая бытовая техника. Насколько комментировала до этого, вот эту стенку можно снести и вместо нее сделать островок, и таким образом у вас будет появиться еще дополнительное место для порезки, порубки и готовки. Ну а сейчас я вам предлагаю выйти с кухни и пройти в нашу следующую часть квартиры, где расположились
наша спальня. Давайте начнем именно с главной спальни. Она имеет свой санузел, это душевая кабина, вся необходимая сантехника и, что мне нравится, еще окно пластиковое для проветривания. Ну и спальня сама очень лаконичная, мне импонируют именно встроенные шкафы, белые, симпатичные, кровать и, в принципе, все, что необходимое, как кондиционер, у нас все есть. Ну и не могу не прокомментировать виды, которые у нас открываются именно из этой спальни. Это виды на море, на Аликанте, Гран-Аликант. Конечно, башенки золотой буквы М у нас с алмазиком не видно, но зато это горы, зелень и виды действительно очень красивые. Ну а мы давайте с вами вернемся опять в наш коридор и посмотрим вторую спальную комнату. Ну а пока мы до нее идем, покажу вам еще общую ванную комнату. Она, можно сказать, гостевая, имеет душевую и всю необходимую сантехнику, также окно, выходящее у нас на горы. Вторая спальня, я думаю, идеально подойдет именно как детская, либо как односпальная, тоже имеет такие же встроенные шкафы, удобно. И у нас вообще вся квартира, конечно, солнце у нас греет именно после обеда. И именно здесь, в этой спальне, у нас есть свой небольшой балкончик. Давайте на него выйдем, покажу вам виды, открывающиеся с него. Конечно, именно с этого балкончика у нас открываются немножко другие виды, не на ту сторону моря, но у нас есть также вид на море, на другую его сторону, на Бенедорм немножко, и, конечно же, обратить внимание на вот эти безумно красивые горы высокие. И еще мне очень нравится, это вид на гольф-поля. Гольф-поля у нас буквально через дорогу, поэтому если вы любитель или всегда хотели попробовать, это можно сделать. Ну и плюс это очень симпатично смотрится, очень ухоженное все, поэтому, в принципе, мне кажется, виды тоже симпатичные. Ну а сейчас я вам предлагаю спуститься вниз, прогуляться и подвести итоги. Ну что, друзья, вот такой объект мы сегодня с вами посмотрели. Еще раз напомню, это были апартаменты двухкомнатные с двумя ваннами, с шикарнейшими видами. И, конечно же, перейдем к самому главному. Стоимость данного объекта 154 900 и плюс к цене входит также свое гаражное место и свой тростеро, то есть дополнительная кладочка. Ну и, конечно, давайте поговорим вообще про зону и что у нас здесь есть именно по инфраструктуре. Конечно, зона шикарнейшая, особенно инфраструктура у нас еще будет развиваться, так как у нас вот эти новые башенки, новый район строится, поэтому уже построен часть, и именно благодаря этому тоже квартиры в цене у нас именно будут подниматься здесь, в этом районе. И у нас уже есть рядом несколько супермаркетов небольших, также будет строиться один крупный. Школа у нас буквально, наверное, в 3 минутах ходьбы, даже детей было немножко слышно сейчас. И помимо этого большой шопинг-центр у нас тоже находится всего в 10 минутах езды. Также все необходимое, как банки, поликлиники, аптеки, это все у нас тоже есть в близкой доступности. Ну и не забывайте, самый главный плюс, до моря у нас 10 минут по новой красивой дорожке, прям до первой линии. Ну и мы надеемся, что вам сегодняшний обзор понравился. Обязательно оставляйте нам ваши комментарии. Может, вы хотите, чтобы мы сняли обзор на какой-то другой объект по именно вашим интересующим характеристикам. Обязательно это пишите. Не забывайте поддерживать нас лайками, приятным словом, приятными комментариями. Ну и, конечно же, если вы все еще не подписались на наш канал, обязательно это сделайте и нажимайте на колокольчик. Это тоже очень важно. Ну а мы с вами прощаемся и увидимся при просмотре следующего объекта.